Рефери девочка будет. Марат, звук идет нормально? А, нет, нет, мы на себя эту ответственность берем. Ну, ВКонтакте. Напиши в родительскую группу, что трансляция ВКонтакте. Все, понял, Марат. Связь хорошая. Ждем команды. Рефери сегодня будет девушка. В родительском чат на группа. Качество видео не очень. Я ничем не могу вам помочь, господа. Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию очередного матча. Встречается команда «Строитель», команда «Юниор», город Нижнекамск. Слышим и традиционное приветствие нашей команды. Не важно, кто против, важно, кто рядом. Стартовый состав команды «Строитель». В воротах Брагин Алан, в защите Карапетян Малик, Сафин Данияр. И по защите у нас Колесников Радмир, Евкубов Данир, Загайнов Артем и Минеев Николай. Свисток, матч начался, команда «Юниор» начинает эту игру, и Минеев сразу перехватывает удар на первых секундах, прям начинает атаковать. Якубов по правому флангу. Передача в центр на Минеева. Хорошая передача на Колесникова. Вратарь первый на мяче, выбивает. Мяч доходит до Якубова. Данир по правому флангу. Подача в штрафную. Еще одна подача. Загайнов сейчас в центре борется. Карапетян хорошо перехватывает мяч. Передача на Колесникова. Загайнов с мячом. И перевод на правый фланг.
Сафин в коридор. Не точно, передача прошла сейчас у Данияра. Загайнов перехватывает передачу на Минеева. Минеев врывается в штрафную. А вот пульс команды юниор. Карпетян. Передача на Якубова. Якубов подача в штрафную. Сейчас мимо мяча пробежали два наших игрока. Мы потом пикать не будем, мы все пишем. Колесников Радмир вводит мяч за боковой на Загайнова. Якубов дальний удар. Выше ворот. Сейчас Данир пробил. Ворот будет вводить команда соперников. И сразу прессинг со стороны команды «Строитель». Минеев с мячом. Подача в штрафную. Не добегает сейчас Радмир Колесников. Сафин. Передача в центр на Минеева. Загайнов сейчас ошибается в центре. Сам же сейчас Загайнов исправляет свою ошибку. Сафин, передача на Минеева. Якубов. Загайнов здорово разворачивает атаку. Карпетян сильно на Колесникова. Не догоняет сейчас Радмир мяч. Ворот команда Нижнекамска будет. Сафин. Карпетян на Брагина. В касание сейчас Алан возвращает мяч Карпетяну. Имени по центру разгоняет атаку. Сместился на правый край. Якубов подача в штрафную. Игроки команды юниор выбивают мяч в аут. Якубов будет вводить мяч за боковой. Минеев. С мячом Загайнов. Передача на Якубова. Подача в штрафную. Загайнов удар. Накрывает сейчас удар Загайнова. И зарабатывает команда «Строитель» угловой. Вместо Колесникова на поле появляется наш сегодняшний именинник Гараев Искандер. От лица всей команды поздравляем. Карпетян удар. И Кубов во вратаря попадает. Сафин сохраняет мяч, ставит корпус. Еще раз повторю, сегодня у нас именинник в команде Гараев Искандер от лица всей команды.
Всех болельщиков поздравляем его с днем рождения. Желаем успехов во всех начинаниях. И чтобы... меньше травм было. Ошибка наших игроков. И мяч переходит к команде соперника. Карпетян в центре. Передача на Якубова. Гараев. Накрывает Скандера. Штрафной удар против команды соперника. Так, подача в штрафную. На пару Брагин разыгрывать. На Сафина. Минеев. Передача на Якубова. Обратная передача на Минеева. И Минеев по правому флангу сейчас убегает. Попадает в защитника команды соперника и будет аут. Давай, Якубов. Еще раз. Передача в штрафную на Загайнова. Удар. Еще удар. И гол забивает Загайнов Артем. Счет матча открыт. 1-0 в пользу команды «Строитель». Гараев перехватывает сейчас мяч. Передача на Минеева. Офсайд. Вне игры фиксирует рефери. Аут. Польская команда «Строитель». Карпетян. Перевод на Сафина. Сафин на Загайнова. Загайнов сам по центру сейчас неточно исполнил передачу. И Карпетян сопровождает мяч до аута. На Минеева и дальше на Якубова не проходит передача. Загайнов передача на Гараева не проходит. Коллективный отбор в исполнении команды «Строитель». Сафин. Передача на Якубова. Якубов подачу в штрафную. Неточная передача. Через дом. Гореев!
Быстро передача на Минеева, и Минеев. Здорово, Минеев сейчас. Передача на Загайнова. Сафин по ногам сейчас Даньяр получает. Явно не успевал игрок команды соперника до мяча. И получает предупреждение от рефери. Загайнов, передача на Гараева. Гараев врывается в штрафную. Обратная передача на Минеев. Минеев, удар, гол. Счет в матче становится 2-0. Хорошую комбинацию сейчас провели ребята из строителя. Гараев. Передача на Минеева и Загайнов. В стенку играют сейчас игроки строителя. И с мячом вратарь команды соперника. Сафин первый на мяче. Загайнов на Гараева. Якубов с мячом в центре. Передача на Гараева. Искандер сейчас один против двух соперников. В команде строителей замена. Вместо Якубова на поле появляется Колесников. И вместо Сафина появляется Краснов. Карпетян, хорошая передача на Гараева. Юниор входит мяч за боковой. Еще раз. Карпетян.
Гараев бежит. Корпусом, здорово, сейчас Гараев оттесняет соперника. Колесников в центре. Карапетян первый на мяче. Сохраняет сейчас Малик мяч. Передача на Краснова. Обратная передача на Карапетяна. Правому флангу, подачу в штрафную. Прям в руки вратарю. Да, ходит передача. Быстрый розыгрыш. Напоминаю, счет по-прежнему 1-0. В пользу команды. 2-0, прошу прощения, в пользу команды «Строитель». Хорошая передача на Колесникова. Колесников врывается в штрафную. Передача в центр. Удар. И Минеев сейчас замыкает передачу. Счет в матче становится 3-0. Загайнов. Минеев сейчас подхватывает мяч. Минеев очень неточно сейчас. Николай делает передачу на Искандера. Колесников врывается в штрафную. Передача. Якубов сейчас у нас появился на поле вместо Гараева. Не смог сейчас Данир замкнуть передачу. Помешали защитники. Ошибается сейчас Радмир. Команда «Строитель» будет вводить мяч за боковой. Загайнов. И Кубов удар.
Колесник на правом фланге сейчас. Передача в центр на Загайнова. Минеев. Заганов Артем сейчас теряет мяч в центре. Краснов первый на мяче. И через дом выход Карапетян. Мяч покидает пределы поля. Карапетян через дом. Ошибается Загайнов. Карапетян. Карапетян первый на мяче. Перевод на правый фланг Краснова. Сейчас он сам поднимает атаку. Передача на Загайнова. Колесников. Назад на Краснова. Загайнов. Хорошая передача. Первый тайм заканчивается. Три же, да? Первый тайм заканчивается, счет 3-0 у команды «Строитель». Выпей спашки. Это если что, где потом вас искать? Да, в лесу.
команда строитель. Ну уж извините, какой телефон есть, так вам и показываю. Команды вышли на поле. Старт, состав команды строитель без изменений. Свисток, матч начался. Да, Рим, соглашусь, с интернетом здесь вообще проблема. Это по факту окраина города, лес, парк. Тут. Сафин через Брагина. Карпетян. Сафин, хорошая передача на Минеева. Минеев врывается в штрафной, удар. Сафин первый на мяче. Агайнов ставит корпус. Передача на Якубова. Карапетян хорошо увидел сейчас Колесникова. Неев удар. Перекладину мяч попадает. Точная передача от Якубова сейчас на Карапетяна, и Карапетян вынужден был бежать. Ошибается Минеев сейчас в центре поля с приемом мяча, и Якубов врывается. Хорошо, сейчас Данир убирал под себя мяч, передачу. Вместо Колесникова на поле появляется Гараев Искандер. Угловой. В пользу команды строитель. Минеев будет подавать. Подача. Карпетян первый на мяче, удар. И сваливается мяч сейчас. У Малика мяч сейчас с ноги свалился, не получился. Хороший плотный удар. Сафина на поле появляется Краснов. Минеев неточная передача, и команда юниор пытается убежать в контратаку.
аут в пользу команды строителей. Мини-передача на Якубова. Якубов. И угловой зарабатывает сейчас Данир. Дача. Гораю с мячом. Минеев. Отворот команда. Соперника будет водить. Петян с мячом. Опасно довольно сейчас через Брагина играет. Якубов. Краснов. Передача на Карапетян. В предыдущем эпизоде помешали наши игроки друг другу. Гараев по центру. И штрафной. Толчок в спину сейчас. И замена вместо Гараева Искандером сейчас. На поле появляется Сарваров Тимур. Хорошая передача от Загайнова на Сарварова. Подача в штрафную. Якубов. Сейчас не смог Данир замкнуть передачу. Первым темпом. И вторым темпом уже защитники выбивают мяч на угловой. Якубов. Все, тут сейчас наносил удар Данир. Рядом со штангой мяч прошел. Смещается в центр, далековато сейчас мяч отскочил от него. Сарваров с мячом, перевод в центр.
передача на Якубова. Убирается под себя. Удар. И мяч залетает в ворота. После серии рикошетов и штанги мяч попадает в ворота после удара Якубова. Данира. Минеев перехватывает мяч. Аут, пусть команда «Строитель». Карпетян. Неточная передача Краснова. Вместо Сарварова на поле появляется наборщиков Дмитрий. Карпетян спокойно через дом. И надо выходить через передачу, да, что и Брагин сейчас сделает с Красновым. Центр на Загайнова. Минеев сохраняет, нет, в последний момент защитник выбивает мяч Минеева из-под ноги. Карпетян. Первый на мяче. Передача через вратаря. Ну и спокойно в передачу. Надо выходить. Наборщиков с мячом по ногам сейчас получает Дмитрий. И да, рефери фиксирует штрафной. Вместо Якубова появляется на поле Гараев Искандер. И в воротах в команде «Строитель» происходит замена. Минеев. И рядом со штангой. В воротах произошла также в команде «Строитель» замена. Вместо Брагина Аланова на поле появляется Янус Фамир. Карпетян на Наборщикова. Загайнов. Хорошая передача на Наборщиков.
штрафах. Сейчас Дмитрий врывался в штрафную, он далековато отпустил мяч от себя. И вратарь. Минеев, штрафной, сразу два игрока пытается отобрать мяч, но покидает все-таки он пределы поля, и будет подача углового. Вместо Карапетяна на поле появился Сафин, вместо наборщиков появился Якубов. Да, прошу прощения, с наборщиков появляется Колесников. Вместо Гараева появился Якубов. Колесников, передача на Загайнова. Не точно сейчас исполнили передачу. Вынуждена отыгрывать назад. Сафин. Хорошая передача на Колесникова. Колесников. Передача. И автогол сейчас. Реф, автогол там. Пятый. Вместо Минеева на поле появляется Карапетян. Пять ноль в матче становится. Сафин опять хорошая передача на Колесникова и в последний момент под ноги. Головой. Коля на замене сидит, иди подавай. И через дом. Раз он принимает решение. Сафин. Передача в центр на Краснова. Потеря мяча. Янусов с мячом.
Сагайна в центре поля. Трех игроков вокруг себя Артем собрал. Передача на Сафина. Не дошел сейчас мяч до Якубова. Якубов. Дальний удар опять. Исполнение Якубова. Данира. Вардай, команда соперников. Спокойно забирает мяч. Вместо Якубова Данира на поле появляется Гараев Искандер. Плотно сейчас в центре команда соперника. Отбирает мяч. Карапетян своевременно вернулся. И первый угловой исполнение команды юниор. Вместо Краснова на поле появляется Минеев. Защита команды строитель мяч в центр поля. Гараев с мячом. Сафин. Вместо Сафина на поле сейчас появится Краснов Максим. Юниор. Загайнов первый на мяче. Очередной удар для статистики. Колесников. Вау, убивает. И матч заканчивается со счетом 5-0 в пользу команды «Строитель». Да, ну команда. Победу, наверное, команда посвятит нашему сегодняшнему имениннику. Еще раз поздравляем Гараева Искандера с днем рождения. Желаем всего наилучшего.